Спортивно-технический клуб «Старт» профсоюзной организации Мозырского нефтеперерабатывающего завода своим традициям не изменил даже в Хэллоуин. На маскарадную вечеринку в День всех святых, который во всем мире празднуют 31 октября, пригласили маленьких монстров, ведьмочек и других жутко позитивных героев. Каждый из них смог поучаствовать в добрейших и самых веселых спортивных эстафетах. Мероприятие наше исключительно доброе, несмотря на все эти жуткие образы, которые вы будете видеть. Но оно из себя излучает только позитив, радость и веселье. Отрубленные пальцы из сосисок, вырванные глаза из куриного белка и настоящая кровь вампиров в стаканах с соком. Это не меню из очередного кассового ужастика, а конкурсные экспонаты, которые юные участники представили на кулинарный баттл. В отдельной номинации награждали победители конкурса тематических костюмов. При подготовке к нашему празднику ребята готовили не только костюмы и образы для себя, но также заранее готовили и кулинарные блюда, которые тоже поддерживали нашу тематику Хэллоуин. Они все жуткие, страшные и ужасные, но тем не менее вкусные и съедобные. А все вместе показали спортивную сноровку в командных и личных зачетах. Хэллоуин в старте собрал более 60 мальчишек и девчонок. И каждый из них, возвращаясь домой, признался, праздник получился ужасно веселым. Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Виктор Цирулик, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».